Друзья, всем привет, с вами я, Эскрабер. Заслали китайцы вот такой чехол от компании Nilkin. Компания Nilkin — это реально классная компания. Мне нравится продукция компании Nilkin. Здесь, кроме чехла, вот, ну, как бы, по сути, ничего нет. Это мы берем в сторону. Собственно говоря, сам чехольчик, обзор на чехол — это такое себе дело, друзья, да? Ну, типа, приклеил чехол к телефону и все такое. Это стандартный чехол, у меня черная версия. Это чехол красненький, ну, вот я попросил именно красный чехол. По ощущениям, конечно, он очень-очень приятный, очень такая резина приятная. И устанавливаем телефончик в чехол. Ну, собственно говоря, друзья, и все. Вот весь обзор. Если взять нижнюю часть, да, USB Type-C, микрофон, динамик, да, то есть все как бы ладно, все вырезы окей. Здесь есть определенные две дырочки, чтобы вы могли сюда шнурок прикрепить. Все кнопочки, сейчас, кстати, проверим, работают. Да, очень хорошо даже работает. Левая грань у нас полностью пустая. Наверху мини-джек плюс второй микрофон для шумоподавления. И самое интересное — это вырез под камеру. Давайте проверим, как он работает. Я в этом, друзья, нисколько не сомневался, потому что компания Nilkin делает, ну, одни из самых правильных и хороших чехлов. Чехол такой, ну, не стать, не взять. Кстати, он немножко скользкий. А на этой поверхности, да, чуть скользковатый. Вот если взять основной чехол, да, он менее скользкий. Как бы это, кстати, не очень хорошо почему-то. Компания Nilkin, вы что творите? То есть он скользкий? Реально? Ну-ка, на такой поверхности. Да, он скользкий. Основной чехол менее скользкий, поэтому, друзья, это можно тоже учитывать. Ссылочки все в описании под этим видео, и на телеграм-канале вы тоже можете посмотреть. Не забывайте подписываться на телеграм-канал, ссылочки, друзья, в описании. И также они прислали еще стекло на Xiaomi Mi 9 SE. Давайте посмотрим на стекло. Стекла компании Nilkin одни из самых лучших. Это тоже как бы такой известный уже факт, можно сказать. Зачем-то вот эта пимпа. А, это, наверное, на тройную камеру, скорее всего, да, стекляшка сзади. Да, друзья, вот само стекло. Кстати, какое-то такое прикольное основание здесь есть. Первое, что нам нужно сделать, это... GBA-ка выключилась. Это тряпочка, типа, в подарок протирать будет стекло. И салфеточка такая основная. Волшебный звук. Так, у нас тут остаются какие-то пузыречки, да, но по моей теории они должны втираться прямо в экран. Это вообще не айс. А стекло выглядит очень красиво. Компания Nilkin, как всегда, делает очень качественные, хорошие такие стекла. То есть оно не выпадает из общей концепции телефона. Это, кстати, очень-очень приятно. То есть получается, как бы, нет эффекта того, что у тебя налеплено сверху стекло. Не забывайте подписываться на этот канал, ставить лайк этому видео. Также не забывайте про телеграм-канал. Все ссылочки, друзья, в описании. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока.